Понял, Арт. Серьезно, меня взорвали? Что-то у меня картинку рвет вообще. Ты вертикалку включил? Ну я включил, да. Когда робот идет, он прям идет за ним, такой шлейф вообще, прям, блядь. Как это шлейф вырубить? Поноса, блядь. Наверное, говно какое-то. Бля, я ладно, это фиксирую с максимальным сглаживанием и вертикалкой включенной. Пойди, это... Не, вертикалку я всегда включаю по дефолту. Что с видюхи стримлю. Может, на лучше улучшено качество изображения надо выключить? У меня включено. Ладно, допустим, если я включаю вот эту хуйню. Бля, я бы хотел в таком роботе-боботе работать. Так, чисто я там лучше каким-нибудь этим вроде... добытчиком руды быть в этом огромном костюме. Или строить что-нибудь. Здорово, Марин. Перед какой-то сейв, но купаться сейвами. МБ, это есть полность кадров, а я не включал ее. А, стоп. Ру. А наш персонаж зовут Фахад. Пойдите, а вот тут можно... завести мех. Ага. Боевые мехи не созданы для мелких вещей, так, ну, есть же, наверное, добрые мехи. Блять, ну, X для торможения, это, конечно, интересно, блять. Главное его не удалить случайно. Должен пропасть. А может на геймпаде лучше в нее играть? Так, парни, а ну ковер, попробуй законнектиться. А на S что? Не знаю. Тут заднего хода нет. А ты создавал... А, это задний ход и есть, блять. В сингле загрузился. Да, в сингле, походу, да, сейчас пойдем. Нет, заднего хода здесь нет. Есть, есть. У тебя, скорее всего, Радо, сейчас нельзя это сделать, потому что у тебя сверху все окна не рисуют. Не-не-не, все нормально, я загрузил то, что старый твой сейв, я в этом. А-а-а. Я типа проебался там, я на второй миссии взорвался. Я понял. Ну, короче, это, блядь, какой-то танк, только на это ножках. Это после второй миссии, короче, эта хуйня. Но сейчас, по идее, ты сможешь законнектить. Причем дальше вот этого нельзя повернуться. А ты засеял, Раду, наш тот сейф? Вот старый, да, он есть. Так, я сейчас приду через 2 минуты. Looking good. The mobility course is next. Show me how fast you can get through those turns while still hitting each of the waypoints. Кстати, на этом сейве, наверное, DLC не будут работать еще. Centurion was made to have a good balance between speed and firepower. All we have to do now is find out if the weapon systems work. Бля, прикиньте, бы два было таких джойстика еще по бокам, так. Миша, переключись от первого лица. Ну я от третьего и это. Я от первого. Ну от первого, ну я типа. Я просто когда передвигался, смотрел. You know, back when I was your age, I once slammed the hunchback I was piloting right into my instructor's javelin. Oh man, was he pissed. Commander Mason? Yeah, go ahead, Rihanna. Thought you'd want to know that all repairs to the Leopard have been completed. We're now spaceworthy and ready to take on our next contract. Какой же он медленный. А, ну я думаю, шифтить, типа, надо. Будет потом. Не, шифтить не будет. В смысле, шифтить не будет.
Но шифтить не будет, там надо заебаться надо, чтобы шифтело. Жопа, блять. Там просто есть разные мехи, где можно мелкое меха быстро. Блять, чел в стенку не смог пройти или чё сейчас только что, блять? Я хочу на маленьком пиздюке быстро влезти. Но вначале у всех будет маленький пиздюк. Блять, он так, так останавливается еще нихуя не быстро-то. А. The autocannon to weapon group one. You're free to fire whenever you're ready. Okay. Take note of your ammo levels. Always remember your man's reserves. Run out of shells in the middle of a firefight. It could be your last one. Lasers are mapped to weapon group 2. Fire them when ready. Нормас, блять. Была бы здесь еще такая полноценная разрушаемость, как в этом. В Battlefield? Нет, блять, Red Faction. О, Red Faction, ну там охуенная была. О, нихуя, ты вспомнил, ебать. Что вообще прям так разъебывалось все. Ну тут разрушаемость вполне себе достойная. Тут разве что прям каркасы здоровых зданий не ломаются. Что значит фомб, блять, маус баттон? Ладно, давайте не окей. Так, ну что, вы проходите обучение, да? Ну да. А, все, я понял, какая-то кнопка. Я если что, рада зашла. Да, окей. Проходите, короче, если что, я потом создал, когда пройдете, выйдете, будете... Зайдете. Погнали, Раду, пока купим парням меха, что ли. Да, покупайте самого бомжатского нам. Вообще боссыша. Да, ну, тут есть локуст. Можем купить типа на похуй в этой локе. Да, может. А подожди, это. А что, мне идти надо или что он меня хочет? А, не... а, да, мы в боевой зоне. А, ну типа стоит ебанутых денег, надо улететь. Да. Перелетел, можешь посмотреть. По карте, как в горёдной, можешь занять позицию. Я ассасин тут, ну, локусты берем и все. И ассасин есть, да. Ассасин звучит интересно. Да, но он бесполезный пока что сейчас. Нет, ну он не бесполезный, он просто... Он на все деньги, на самом, мы его не починим. Ну да. Ну, у него типа один лазер, блять, и РМД, и РБД, да? И все. Да. А сколько вы уже в нее наиграли? По 4, наверное. Часа 4? 12? 12? Уя, блять. Я, блять. Мы уже всю игру, грубо говоря, говоря, знаете. Она не сложная, тут просто привыкли к ней и все. Не, охуенная игра, в копе вообще классная игра. С утра и днем, а вечером еще две. Что нам болеешь? Так, а нам нужно еще и... Наверное, нет. Экипаж купить. Нет, наверное, нет. Ну вот хороший читут пакетами там стрелку. Ну, второго можно взять. Ну, и третьего. А, с ракета на семерку прокачан. Да, второй хороший, правда. Да, второго возьмем. Остальные трэш все, типа. That second mech, both legs are heavily damaged.
With one leg destroyed, mechs become easy targets. Both legs, it's over for them. Take out. Так, окей. Nicely done. The cockpit on that third. Ну все, ждем ребят, короче. Я приду туда. Пойду возьму что-то вкусненькое, наверное. Да, карусель вокруг одного меха, то больше. Бьете друг друга, пристойный ДВС падает. Станьте шеренгой и ловите. You're gonna go head to head with an urban mech. They're slow and poorly armored. Perfect for this particular task. Ты теперь в их взводе? Я теперь робот-бобот, блядь. Привет, Хаммерхед. Ну-ка, камни. Да, как в голову попасть. Маются, блядь. Ну, в смысле как? Просто стреляй. Он ваншотом должен убить. Не, нихуя ты че. Со второй или третьей попытки, Вик, не помню. Я как будто не попадаю в голову. А вы на геймпад переключились, что ли? Не, я на клаве играю. На клаве мыши. Нет. Я типа в голову уже раз 10 старался. Да, парни тоже слишком близко. Проблемы были, это видимо в игре как. Здесь в голову сложно попадать. Нет, нет мне нормального робота дать, блядь. Проекцию мне дали сраную. Короче, Миша, чтобы играть с ними с нуля, мы должны в теории пройти 3 миссии компании. А у них они пройдены. Поэтому... Да ладно, нормально чё. Так сказать, в пламя залетим сразу. Нормально, Санёк, несы, справимся. Прорвемся, Саша. А ближка есть? Как-то с ближнего на F? Е? Миша, ты в муте. Я ебал. А, ближний бой есть? Да, есть. На некоторых мехах. Вот у тебя будет ближний бой, в обучении просто нет. Четко. Но он прям это последнего шанса оружия. Тебя руку отъебнет, скорее всего. Угу. Ближний бой — это суицид. Бля, я думал, ты можешь создать боксера какого-нибудь. Не, выносить. Можно, но он типа... Можно, но ты долго не протянешь. Да. Я прошел обучение, ты Миша. Я тоже, мне ролик показываюсь. Через Джокер, через оперативный. Оперативный, ты, может, кооперативный там ты увидишь? Я типа создал. This is Commander Mason of Major Camel. Make a note. Looks like someone is gonna need a lesson in paying their bills on time. That's odd. Ты что-то переосносил, что ли? А, на починку его. I have a visual. А там базу в ноль равняют, блядь. А ты сами скипнул ка сцену? Captain, where are you going? It's possible they left the cash at the last checkpoint in the city. Let's get the money and run, Commander. This is reckless. We need to get back to base. They're distracted with the invasion. We'll be in and out before they know we're here. RMD? Это что? RMD. А, ракеты, да. Да, RMD 6 здесь. Ну, купи одну. Ты один? Ты один, короче. Есть очередь обычная. Обычная. This is a ghost town. We're close. I can smell the seabills. There's nothing here.
Пойди коммент, спасибо тебе, Рубин. Будь подарочно. Благодарю. Ты барик, не будет кадр. Так, у нас 6 лазеров, Т1, а, ну да. Если так подумать, про таких больших мехов вообще мало, ну типа игр и фильмов. Чё там, типа Тихоокеанский рубеж? И всё, да. Ну и в Аватаре были мехи, ладно, немного там какие-то. Их чужих, блять. И всё. Играйте, которые хотите. Охуеть, блять. А я играл на PlayStation 1 мехварер. А, и ладно, я еще играл в какое-то говно какое-то на ХУПГ, блять, какую-то анимешную, блять. Как-то они назывались там, блять. Ну, Titanfall, да, Titanfall. Это понятно. Плюс популярных мехов, наверное, только Titanfall был. Гандам, во, Гандам, блять. Вот в это говно я играл, точно. Ой, РРС просто, что это такое? Ой. Так, ну я прошел обучение, что мне надо делать? Пойди. Через Steam заходи. Ну, короче, на планету напали какие-то пришельцы, да, и мы теперь работаем. Не пришельцы, а другая фракция просто. Ну, типа дома. Ну, типа, владеют всеми этими люди. Я думал, роботы. Ебаная игра престолов только в космосе, и мы отряд наемников, вот и все. Да, но пиздить мы будем фермеров. Во, это вот эти наши есть, которые мехи, да? Ты Джокер, да. На Джавелине будет по-любому, да? Ну выбирайте, ну, себе мехов. Если дадут, я бы на Джавелине поехал. Ну он маленький, выбирайте. А ты на ком, Родос? Не похуй, я останусь. Я Джиннера, ну, типа, возьму себе. Который GR7, да? Угу. А как выбирать-то? А, смотри, не, просто заходи, заходи в Mission, заходи сверху, видишь? И там выбираешь пилота себе, и выбираешь меха свободного. Погоди, именно у меня только главные боевые миссии есть. Какие миссии? Да, да. Сверху. Я не понимаю. Нету миссионса. Нету миссионс. Нету миссионс. Я просто в боевые миссии зашел. Не, а, бля, короче, вы зашли все, да? Ну, CN9, я так понимаю, это какой-то ваш охуевший вообще робот, да? Центурион это, да, это Центурион это первый стандартный, да. Ну, похож на него можешь идти. А почему он такой жесткий, а, блядь, вот этот ЛКТ вообще какой-то боссы ж, блядь. Потому что мелкий, он... мы его купили. Ну, у нас один жесткий и три мелочи будет. А потом докупать будем. Ну да, я на жестком тогда. Зарабатывать, так сказать. Могу его покрасить. Короче, смотри. У тебя графон. Стоит пушка одна. Средняя. И лазер один. А два лазера. На другой руке. Так. У Джокера, тупо 4 лазера. Получается, у графона тоже 4 лазера. Ой, у ковра 4 лазера плюс РМДшка. Ну, ты видишь. А ты поставь РМДшку, чтобы мы скипнули. А я не могу поставить, я проебался. Давай я поставлю. Нет, не ставится вообще. А, у тебя маленькая, я тебе купил, да, средний, да, что ли? Да, да, да. Ну, я думал, поставится. Нет, не принимается. Короче, все готово, правильно? А, кстати, ну, да. Миша, найди кнопку, которая третья у тебя там на ракеты. А, это, тебе, блядь, ракета очень, ну, полезная, это, будет. Это раскраска, всем прошу прощения. Что найти? Ракетами, как с Центуриона стрелять. Что у тебя за третью кнопку в управлении отвечает? Ну там ракеты, наверное, типа сотри. Не, понимаешь, что ракеты, а ты их научился запускать на обучении? Ну да, да. А, все, сори. Поехали. Let's go. Короче, звездная карта, зайдите, можете все видеть, да? Я не понимаю. Нет, я тоже ничего не вижу. У вас нету звездной карты? Ну просто вот с кораблей найти. Новости, главное, Star-map. Боевые мехи. Mm-hmm. Стармап наверху там. Home, Battleships, Battlemech, Стармапс. У нас только главные боевые мехи и все. Да, и все. Окей. Похуй, сейчас мы поедем на квест. И эскейп вернуться в ангар, если надо. А вы моды поставили, парни? Да. Включили их? Активировали? Я включил и поставил, да. Перезашел, да? Тогда... Игру, да, я перезашел. Да, окей, сейчас мы полетим, может они... За кого вы нас принимаете? Сейчас мы полетим, посмотрим. Должно работать, ну типа... Миша, походу, 13 дней прошло.
Вот, мы куда-то прилетели. Потом мы прилетели, да. Растяживайте только вкладка дома, бота и все, да. Главный боевой меч. Да, кажется, мне тоже у вас так. Что-то не сработало. Звучит, вот сейчас тоже не планету. Вот да, мы летим на планету сейчас, да. Да нет, нет, сверху. А справа график и новость. В смысле, я перезашел, висит, ты че? Я тоже пересходил. Блин, у вас почему-то двоих не работает, да? Нет, что-то неправильно сделали, значит, потому что, ну, блин, у всех же расрабатывало. Ну, выходите в главное меню. Я вот в ангар вышел. Вот я вас вижу, смотрите, вот вы бегаете. Да, да, да. Суть в том, что ты хост, вот я как хост, я вижу все эти стармапы и так далее. А вы нихуя не можете. Чтобы вам тоже было интересно хотя бы посмотреть, где мы, что мы делаем, вам нужно эти моды активировать. Ну настройки вот. А, ебать, они отменились нахуй у меня, да, Саня, если что. Активируйте их и перезайдите в игру. Да. Где? Как их нахуй? Ну вот типа ты на них просто галочку отключить, отключить, блять. Я предупреждение будет, типа вам нужно перезайти в игру. Ну. Ну вот. Но оно тебя не выкидывает, ты сам должен перезаходить. Ну да, да, да. Да, да. Вон, ты должен сам перезаходить. А вот у меня только один мод почему-то отключился. Очень странно. А второй был включен. Странно. Эля. Ладно, пока ребята там это, еще я покрашу. Проверь, включились или нет? Так, я сейчас так понимаю, я посмотрю. Так, модификации, ну вот сейчас они работают у меня. Ну, включены пишут. Ну все, залетай. По 2600, блядь, пас. Максимальное количество игроков, нахуй. А, Раду, покикай. А, сейчас покикаю, погоди, да. А кто там остался? Вы, типа, ну там баг такой. А, да кика этого, блядь, чё за чел нахуй, это анманер, блядь, зашёл. Джокера тоже кикай. Я уже кикнул. Понял. Всё, вот теперь посмотрите, у вас должны быть батлмехи, старт сверху. Стармап, эквипмент. Да, теперь всё это есть. О, смотрите, стармап открывайте, открыли? Погоди. Мы сейчас находимся в Брукиленде. Видите, красные такие, ну, не красные, а вот... Ну, блядь, зона, это зона конфликта. Не, у вас, ну, такая, у нас, типа. У нас боевые зоны не показывают, у нас, вас не показывают, просто, да? Карта планеты. Я понял. Ну, короче, мы, по сути, вот если отдалить, тут фракции дохуя. Да, можете, да. Давайте топить за зеленых, они самые слабые. Как бы тут мы сейчас будем делать квесты всякие, зарабатывать. А вы видите промышленные узлы, ковер? Нет, нет. Тоже не видите. Короче, помимо боевых зон, есть еще промышленные такие зоны, ну, узлы. Там мы покупаемся, чинимся, там дешевле всего. В боевых зонах покупаться и, ну, затариться и чиниться дорого. Угу. Потом, когда у нас денег доходит, будет, можно это делать, но так дорого. Мы сейчас в боевой зоне прилетели квест какой-то делать, ну, угу. То есть, чтобы заработать. У нас с вами, типа, вот лям есть баксов. Мы там уже купили вот лишний вот корабль, ну, один боевой мех на четверых. И купили еще двух пилотов, наняли. Так. Я как раз. А и пилотов тоже качать надо. Контракты. Да, ну, это все будет, сейчас ты увидишь. Они ты увидишь. Короче, качаются. Первый контракт. Разъебать вот пацанов. Ну что, мы на почину. Ебать, воздушная поддержка на здании. А, воздушная поддержка, прикинь, тут есть какая-то новая воздушная поддержка. Воздушная поддержка? Да, но ее нельзя активировать. Ну, покрытие урона, доля добычи и воздушная поддержка. То есть ты вызываешь поддержку. Ну, это, видимо, DLC появилось. А, это, походу, да, это с DLS-кой. Мне кажется, оно будет плохо работать со старым сейвом. Ну похуй. Короче, я покрытие урона включил на одну, чтобы мы не чинились. Там платили, точнее. Все остальное давай в денежные выплаты просто. В деньги, да. Да. Я выбрал задание, теперь вы парни, загрузились в миссию. Чтобы вы понимали, что мы делаем, данные контракты. Вот зайдите в миссию, и там данные контракта будет. Низу. Напомните. Данные контракта, так, есть. Чтобы поднять вообще, что за квест. Так, брешь в обороне, чтобы воспользоваться этой брешью, отправить цели и сотрите все в порошок. Ну тут, блядь, много ума не надо, так сказать. Короче, графон, смотри. Так. Ты еще не зашел, зайди я, в миссию. Да, я выбираю пилота, я могу взять вот кого-то, да, из них, да? Да, да, да. А вот Леон Фримен, да, который? Ага. А, нет. Он уже закрытый, остался один, Розенталь, лейтенант. А нет, вот сейчас его тоже нету, вот сек 4 пишет. Я уже поставил его тебе, потому что, блядь. В том, что он один, да, там. Просто именно. Джокер взял одного, и тебе остался, ну, второй. Ну, я могу и на мелком побегать. Нет, ты выбирай, кого ты хотел. Давай, я на маленьком тогда, давай.
Так, нет, выбирай ты центурион. Ну тут ты какой-то ебатель жесткий. Да ёбана в рот, бля, играй на котором ты хочешь. Чё ты такая? Сложный, сука, еще, блядь, и это, и сам меняет. Ты, блядь, конечно, посмотри. Конечно, ну, блядь, ты же хотел, ну, типа, что за хуйня? Там всё, все готовы, сложно, короче, в бой. Бой. Рэди, рэди, там, бой. Бой. Всё, если проиграем, если что, можно на графону сейчас. Новое оружие, мехов. Конечно, я же понимаю, что это самый, блядь, жесткий мех, и на него самая большая ответственность, блядь. Не, он зато такой от всех ответственность. Просто у тебя он немножко крепче. Вот именно. Но мы все тут должны ебашить. Не сливайтесь. Короче, смотрите. Мы когда выбираем миссию, у нас есть возможности типа этих переговоров. Нам дали 3 очка переговоров. Мы на них взяли хуйню для... Я быстрый. Ать, я мчусь на... Короче, спасибо, мы взяли на переговорах то, что если вот нас покоцают... На 400 тысяч. Нам это покроют. Ого, страховка. Страховка, найс. Да. И все остальное в контракте мы все в деньгах попросили. Угу. Теперь что, доберитесь? А боеприпасы, и ракеты, это все типа, ну, надо покупать потом будет, да? А это потом, да, улучшаешь каждого меха. Боеприпасы пополняются. Да. Это... Ну, боеприпасы за деньги пополнять, да, надо будет? Нет, они просто нет. Ну, типа я могу стрелять и вообще похуй, да? Да, похуй. Все четко. Они на миссию просто ограничены. Вот там враг у нас какой-то справа, да? Да, танк, танк. Если чё, парни, все, что вам отъебнет в бою, надо будет покупать с нуля. Да, он пропадет навсегда. И старайтесь Friendly Fire, типа, не хуярить по своим. Так, уничтожить базу. Да, нам нужно уничтожить базу, ебать. Короче, ребят, нам нужно хуярить все, что тут все здания ебашат. И башим базу. Ну похуярьте по зданию вот этому, пусть не ломаются. Я пока смотрю по противникам, еще там вдалеке кто-то просто приехал. Я собираю добычу какую-то. Да, вот собираю, это дополнительные это бабки. Вон там едет какая-то хуйня. Вот мелкий мех такой резвый. Ну-ка давай, польем тут нахуй все. Бля, пулеметчики такие охуенные, они бесконечно стреляют без перезарядки. Ну там и урона-то не особо. Похуй все равно. А, это просто стена, блять. Так я ж могу просто растоптать это все говно. Ты можешь, или, или это дамажит? А, это дамажит меня? Ну это не сильно дамажит. Всё, я понял. Сильно, но дамажит, не да. Особо чувствую. Я понял. Ну типа, это в ММ это не проблема, на наших мелких это проблема. А что, противников вокруг нас появилось? Это танки, блядь. Похуй на противника, доламываем. Бля, Дженнер тоже прикольный. Да, мехи прикольные. О, мех высадился. Мех появился. Мех высадился. Да. Того надо ебашить. Сейчас как подойду. Да не красавчик. Блять, он за скалой, поэтому без меня. О, блять, я перегрелся. Мы можем полетать, Миша. В смысле, как? Он держи прожил. Нет, Миша не может. Я не умею, если мне кажется, я слишком fat ass. Так, там еще один. Там движки нужны. Мишаня на тебя идет. Нету брони уже да, сзади. Вижу. Ой, блять, это посуд. Блять, не ебал. А там еще один появился, да? Еще один да. Меня. Ой, блять, а я. Миша, friendly fire. Да, я понял, старик, так я, блять, вроде нацелился на него, думал, ракеты. Появился мир. Ракеты думал, в него полетят, блять. Этому ноги надо выбивать, да, вроде бы. Да всем можно выбивать. Короче, система повреждений такова, смотрите. Вот мехи, мы в бою, вот эти мехи, которые ебашим, мы их можем потом себе захватить. Но процент такой, если ты убиваешь меха в голову, сносишь ему голову, то 95%, что этот мех, можно его будет спиздить. Ага. Понял? Если очков хватит. А ноги дают вроде бы 10%. Туловище 25%. Что это такое? Или наоборот, там туловище с ногами, может, я перепутал. А... Критический нагрев, что за хуйня, блять. Это перегрелся. Ты и перегрелся. Давай стрелять нельзя. Вижу. Все вижу. Кто может снять?
Вертолет там летает. А, сейчас посмотрю, где он летает. Вижу вертолет. Летает, я вижу. Видимо, его убили уже. Ну все, всех ты убили, давайте доламываем базу. Ну там что-то на R сжимаешь и все, да? Да, на R, ага. Я чё, не, я что-то нажимал, блядь, на это, и блядь, по итогу... Средний мех появился, блядь. Да. Целая миссия, конечно. Вон, вертак вижу. Работа микрофона. Можем и меха попробовать, но хотя похуй, нам и меха не, нам ничего не даст. Нет, это цикаду, не такой страшный. Шаня в два раза тяжелее его. Бать, он сам бодаться со мной пришел, что ли, блядь? Дурак, что ли, блядь? Все, улетаем нахуй. Бля, ну он так нормально надамажил-то меня, походу. А ну, типа, видишь, тебя... а типа, если у меня пишет такой в красной обводке, типа, часть это тела. Броня. Это броня. Броня. А если... Обводка, но... это броня. Если обводки нету, значит, броню сломали уже. Так, ага, все, я понял. Ну, у меня ногу... Обводка, это у меня если нога... это красный, значит... У меня нога оранжевая прям. Оранжевая, да, броня, ну, типа, пол хп, пол брони сняли, именно брони. А если ты потеряешь руку... Если прям сама нога оранжевая, то это броню уже сама сняли. Нога оранжевая, да-да-да. Обводка. А, нет, нет, сама нога оранжевая, да. А значит, броню сняли, уже нога по-прежнему надо. Я не знаю, Гоша, если честно. Я не знаю, старик. Ну, мы типа как... Ну, значит, 300 тысяч нам компенсируют. Договорились, скорее всего, что мы сыграем в Мехворио, а потом придет Алькор с Машей, и мы сыграем в мини-гольф. Вот, видишь, скорее попасть, всего, да. Уже формулу сегодня не успеем. У вас появилась добыча? Добыча, да. Ну. Вот если у нас выбрано. У нас 3 типа очка добычи. Там в будущем мы сможем больше себе очков переговоров бахнуть в эту добычу. Можем вот этих мехов собирать. Рады видеть, старина. А так у нас 3, и мы сможем, допустим, вот я соберу самые дорогие 3 штуки. Ракеты, да. Там, лазер. Угу. И все, идем дальше. Через сколько мы, примерно, вот, гольф? Не знаю, ну, может, через на 156 тысяч, где-то, у нас покрытие 400. Ну, короче, нам заплатили 156 тысяч. Угу. Ремонт, который вот. А ты пойдешь с нами гольф и консайз? Не так жестко походцались, на самом деле. Да, ну, нормально. Если нам нужно чиниться, давайте посмотрим, сколько, допустим, стоит тут починиться. Зайдите в Battle Mech, выберите каждого своего меха и нажмите починка. Сколько деньгах это потратится у вас? У меня 56 тысяч. У меня 65 тоже, блять. Можем заказать, вроде бы деньги хватает, и сразу полететь на следующую. Угу. Заказывайте, поставьте ожидать в очереди. Просто перелет тоже денег стоит. И иногда тебя кроме Дженнера поставили. Дорого. Не допрошли Зевсну и не забили. А, сори. Так, чиниться будем сколько по времени? 8 дней, похуй. А мы полетим как раз в следующую локу. Починимся сразу там. Да, вот тут есть сразу квест будет на трех этих. Ну, дорогостоящие и... Так бывает, трик. Может быть, так, фейк. Я прилетел, вроде должны будем починиться. Угу. Да, кстати, вот вы зайдите еще раз в батл мехов и выберите внизу оснащение, чтобы понять, что можно кастомайзить этого меха. Да, новый стрейс с ребятами. Так, ну мы нашли новую локу, смотрим контракты. Двухцелевой контракт и должны справиться. С хорошим переговором. Ну, блядь, два так. Так. А ну, покрытие урона. Я могу меч купить для правой руки там какой-то? Нет. Тут нет ближнего боя. Блядь, я тоже про меч подумал. Блядь, гандамы шарят в этом плане, у них там мечи есть хотя бы, блядь. Ну, это так, а всем мы почти не все, да? Оптимум Прайм тоже. Я выбираю контракт, короче, и ставлю все на деньги, там из двух только, к сожалению. Окей. Так, а что за работа? Берите их игрушки. Короче, парни, сейчас миссия состоит из двух миссий, то есть мы не сможем чиниться, мы вот эту миссию сделаем и сразу на Next полетим. Mm-hmm. Поэтому мы тут стараемся, типа, все-таки плавать в рот. Ебать, заплатит нам, с каждой заплатит по миллиону. Жестко. Готово? Вторая миссия сразу на два этих. Ну, там сложность 10, должны справиться. А максимальная какая? 100? 50 вроде бы. Ну там... Да? Вроде бы 50 рассказывали.
Мы не начали заново, ребят. Это новый сейв с другими ребятами. Другой стак. Ну, заново, по сути. Ну, заново, но пачка-то другая, да. Weapons online. Так, а нам тут надо помочь зачищать. Вот тут у нас есть союзный мех, я вижу. Видимо, нам просто надо защищать. Со всех сторон будет нападать. А, уже нападают. Да. С другой стороны базы, там, средний мех. Да, кстати, парни, это токсичная планета, поэтому перегрев будет быстрее набирать. Да, тут, короче, от каждой планеты есть свои еще дебафы. На этой планете, типа... перегрев будет быстрее. И плюс еще, если в воде находишься, не перегреваешься. Угу. Перегреваешься, просто быстрее остываешь. Почти так, быстрее. Он по базе бегает. А если мы тут что-то разрушать будем на базе, не сможем? Да, да, да. Похуй, да. Хотя тут нету такого, да. Нет, что... тут похуй. Да, да, тут нету такого, что типа деф базы именно. Нет, ну я к тому, что мы же типа тут кого-то защищаем, и потом нахуй по итогу все взорвали, блядь, сломали. Я же говорю, тут нету, видишь, по миссии нету этого... катера, типа там процентов защиты базы и так далее. Mm-hmm. Похуй. Ну все, теперь у нас, видите, 12 этих нападут. Ну, уничтожение 12. 12 целей на нас нападут, их уничтожаем, mm-hmm. и вот первая часть миссии готова. Да, мне уже правая рука. А там летающие, летающие ветролеты. Смотрим, поищем. Ветролет летающий, я не вижу. А, вот. Вижу. У вас компас сверху, если что есть. Можете ориентироваться и говорить там азиму, типа не. Если можете доставать, я не достаю в лазерами своими. Есть. А, прикольный мех, он такой расположен, быстрый. Красной. Мне он, наверное, жестко лазеры поставить. Панцев только нет. Бля, да, вот как, мне как, мой... как работает система обнаружения, еще раз объясню. Если допустим, взлетать умел, мы все вместе, типа, если кто-то из нас видит меха, то вы все его видите на радаре, но кто-то, если нас перестает его видеть, никто его не видит. Угу. Так система обнаружения работает тут, если что. Так, с запада идут. Я возьму вот на юге танк у меня, чтобы... Окей. Okay. Спасибо, Ром, за ветровы. Всем привет. Этого отъебал танка. А с этой стороны, я так понял, особо не нападают. У меня мех со стороны запада ровно. Он лейтовый, иду, маленький, иду, как иду, я. Иду. Команда. И второй мех средний появился. Да, команда опасен в ближнем бою будет. Да, он толстый. Но я отступлю, не буду прям файтить. У него РМД просто в этом проблема. А что у второго? Да, у него две РМДшки, среди лазер еще. Блять, а там средний еще. Блэкджек. Бля, Блэкджек он тоже не... Да, съебаться от него. На вас пошел. Да, нам нужна помощь здесь. Я хуярю. Это точно. На меня переключился. Ой, блядь, ой, ебать, я без центра уже остался. И без брони остался. Осторожно, нам еще вместе. Ай, блядь. Ай, блядь. Ёб твою медь. Бать. Блядь, он мне с кулака въебал. Бля, вот это основное. Ой, я нагрелся, блядь. А чё, блядь, я вообще броню не снимаю, да. Пиздец. А он без рук и бина. У него там нету ничего, да, вроде бы, да? А, у него одна РМДшка осталась. Не ракета только. Но он убегает, блядь. Как он живет? Слева, давайте левого сфокусим. У него средние лазеры. Я П. П это пушки, блядь. Ох, блять. Да, но он живой тут, он убегает просто вот он там. Ну там уже центра нет, надо сидеть в центре ему снести. Есть. Хорош.
Так, еще. Восток, Северосток. С рекламы Twitch капает что-то. Ну, у меня же стоит эта хуйня, типа, предложение, там, типа, 150 часов отстримишь, там какая-то рекламка будет в час, и $50 придет. Так что, ну, что-то капает, да. Соберете? У меня военов не хватает. Кого не хватает? У угла у него не хватает поднять пушку. А, у Эпа. Ну, бля, у меня пока по броне только бьют, но бьют нормально. Что-то Рада пиздит жестко, у него по хп 20. Так он мелкий. Меня просто броню сняли, да. Это самый, по-моему, легкий мех из всех. А, понял, Клим, ну хорошо. Нихуя не наносит брони, они только по структуре. Не, фалет не сделаю. Ну, бля, что поделать? Поделю, чего есть. Я могу пробовать спасать огнеметы по руфлам. И перегревать. Так, ну задание получили, первое. Так, еще, и ты вот эти хуйни сейчас будешь брать, через добычу, у да? У нас 4, да, вот мы можем 2 лазера сейчас взять, которые это 2. А мы их можем поставить потом, да, к себе? Да, да, мы можем их поставить себе. Заебись. Ракеты там РБД-10 средней слоты, ну, тоже поставлю, нам, по сути, больше нечего. Ой, РМД-2, может. А, не, на. Не-не-не. РМД-2, РМД-2, но вы тебе взять все больше. Не-не-не-не-не, у меня РМД-4. Так, все, next миссия сразу. Так, и так же к бою, да, сразу? У меня не было сегодня завтрака, комар. Я спал. А, нет, могу. Ты можешь, тебе веса не хватит, Рада, ты ебанешься там освобождать вес. Сколько весит этот? Похуй, да, ладно. Поставили? А, рейди вы поставили, наверное. Четвертый остался. Сори. Так, ну нам лям один заплатили за первую часть, сейчас второй лям поет. То есть нам 2 ляма заплатят за эти миссии? Да. Без компенсации, да, Роза? Без компенсации, да. Ну там только 2 очка переговоров было. Это хорошая миссия, графон. 2 ляма это дохуя. Это вообще, так я тебе про это и говорю. У нас потом будет миссия еще. Нам надо. Ой, бля, меня один пулемет сняли. Нам надо будет стараться, короче. Я вообще, парни, на таком челе буду. Я за вами буду. Хуя нету. Я могу отлететь сейчас со вторым пулеметом. Потом в будущем я говорю там. На, типа, стараться брать миссии такие многоцелевые, за них столько бабла будут давать. Но они и сложнее, типа. Или же, типа, мы или 100 самых, что предпочтительнее. Ну, либо когда будем иметь запасных дней. Блин, Фолиот, скажу как всегда. Надо как хотя бы пожелаешь поддержать, то предпочтительнее пожелай будет. Пожелай товый такой хуёвенький. Так, это уничтожение типа, все... Уничтожим, бля, парни, да, просто хуярим, стараемся. Все по твоему базы. Этому добиваем усмотрению. Добиваем хуй на мехов, их тебе будет до хуя, они бесконечно будут идти. По факту, понятное дело, что типа сейчас, да, типа, 13к звучит удачнее, но если хочешь дарить сапки, то чё, чё мешает дарить сапки? В охране там вроде один, ну, колхозник, крутой мем, в смысле. Так, подсобить тебе, маленький? Да, подсоби. Блять, он маленький, но у него пушка охуенная, я не могу с ним драться. Сука, долго, блядь, жил, мудак. Ну это такой мех. Ну мне по руке уже, блядь, прям начал бить. По руке. Лазеры не особо разрушают дома. Разрушают. Нормально. Блять, там здоровый какой-то хуй он пришел, да? Средний пришел. Блять, эти штуки, я так понимаю, эти стены не разрушаются, да? Не разрушаются очень долго. Хуёво, блять.
Я два лазера. Там средняк просто за ними где-то ходит. Я теперь чисто по домам, я не смогу помогать. Малыш пришел, блядь. Малыш к вам побежал. Мне тут чужие боты помогают, конечно. А, мы средняка убили, кстати. Или это не боты, это графон. А, да это я с тобой жду. Нету, твоих нету тут. Ну только мы вчетвером и враги, и все. Лизников у нас тут нет. А, этот пулемет не постреливает 100 метров. Бля, у меня, у меня рука отъебнула. У меня только лазер, блядь. Постараться больше базы. У меня руки нет. У меня тоже, Саня, у меня только лазер, блядь. У меня... парни, ракеты, антенны, хуярьте. Я не могу ракеты в него хуярить, он слишком близко, блядь. Бейте на чела, пытайся манисить от него и хуярьте базу. Да, я уже понял, что мои пулеметы, блядь, только впритык. Блять, запустил. У меня тактический перегряд, я почили потом стоит. Давай, там ветролет. Был. Ой, бля, пацаны, мехи. Они будут бесконечно идти, надо быстрее базу. Игнорируй, ломай базу. Блять, понял. Да просто понять бы, где еще, блядь, точки у базы-то, которые светится, надо ломать. Где светится, видишь, там крыши, там вот эта хуйня светится. Да, да. Ой, ебать, меня хуярят. Блядь, уходи, ныкайся под стену. Не, ну по центру, ну, более-менее, у меня еще ж броня там есть. О, включился. Бля, мелкий уебан меня сейчас будет булить. Ай, бля. Помогите, парни. Иду. Как он умер? Как умер? Ну, мне, походу, центр вообще развалили в труху просто. Земля пухом, тогда бы парни... Здоровья. Быстрее, да. Блядь, 20% нахуй. Да. Урогу. Если честно, у нас опять вот эта проблема. У меня нету боеприпасов уже, я лазерами хуярю только. Я дом упал, блядь, меня дом убил, стены, блядь. Стены ломаются просто очень долго. Ебашьте дохуя в стены. Блядь. А, бля, на меня здание упало, мужики говорят. Нормально, блядь. Нормально, блядь. Блять, меня мехи окружают. Блять, я центральный торс. Я съебуюсь ступать от них, пытаюсь помочь, что вижу. Пытаюсь. Они очень настойчивы. Ой, блядь. Ой, Санечек. Я сейчас сам проебусь, походу. Паливаю, да. А, пизда, я без патронов. Мне сломали лазеры, парни, я бесполезный. Ну байте на себя, да, как-нибудь. Бля, ой, Санёк, ой, Санёк. Я не могу байтить, потому что я не могу стрелять даже. Ой, Сани, жопу взорвали. Точнее, спину. Ты рада, можешь попробовать? Ой, бля, Саня, беги. Отойти, ой, Саня, беги, спину не получай, главное. Эвакуироваться сразу. Я снаружи, вам нужно доломать чисто. А что у вас это получилось? А сколько процентов осталось? 12. Да. Я не могу найти, что ломать, блядь. Стены? А стены ломаются. Просто нет? Долго стрелять надо. Пизда, меня убили, блядь. Успеете, сможете доломать? Ну, Саню, блядь, Саню, тебя хуярят сбоку.
Надеемся. Может быть, я ебашу там. Ой, сам. Я не буду рестартить. Все, я пизда, походу. Спиной к нему не поворачивайся, блять. Я не могу, мне спиной не поворачиваться. Я замедляюсь чуть-чуть. Потому что ты бегаешь, типа, по заборчику, на забор. Да. В чем суть игры? Ну, типа, ты наемник на мехе, и тебе дают задачи. Вот сейчас так, задача у нас блядь, уничтожить базу. Да не ломается, говно это. Ай, сломается. Там слева еще бочка у тебя, видишь, подтык? Шокер лазит. Эй, там сломана, Джокер, левее бочка, видишь антенны? И антенну эту сломай. Пока непонятно, что? Комар. Ну так прикольно вроде бы, но читай. И вот это все ломается, Джокер, да, вот. Двоякое ощущение. 100% вас. Здорово, Дракон. 3%. Ой, Саша! Ой, Саша! Бля, ебать, Джокер. Санёк! Не, Саня, все, блядь, походу. Или не, не, бежит, 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 бежит. Разгонись, главное. Вперед, блядь, но его пилят, пиздец. 2%. Ой-ой-ой, как же у него у них ракеты больные. Блять, он за мной ввязался. Я сломаю. Давай, стену, блядь, пацаны, последние стены. Хорош, есть. Все. Все, в корабль, блядь, быстрее. Где-то и занял. Блядь, ну Джокер, если спину бабахнут. Нет, Джокеру, походу, все, мне кажется. Бля, да, это пиздец. Вы вот и не взял, блядь. Саша, вот, по Саше спину. Спину ебут просто. Таня, живи. Бля, мы сейчас, знаете, 2 миллиона будем чиниться нахуй. Бля, жестко, мужики. Центурион от Баляма только так уйдет, ебать. Да. Дорого. А нам не надо будет покупать стоп, прям вижу, вообще? У нас же вообще прям разъебало их. Должно быть несложно. О, АП-10. Средняя пушка. Не, иди сейчас вот неси цепочкой сразу, когда парни еще... Бля, 1 600 000, Миша, почини. Такая сеть. Ебать. Бля, ну да, вот это пиздец, что-то нахуй. Нет, бля, мы за 2 миллиона будем. А может просто нового меха купить и все? А, мы не можем взять, да. Пизда, мы за 2 миллиона будем чиниться. Пацаны, а может просто меха купить нового и все? Да, охуеть, который стоит 5 миллионов, блядь. Я не знаю, ну мехмаркет, что там? 40... Ну зайди. А, это 40... А, он 2 миллиона стоит. Ты видишь, блядь, в каком он состоянии, на? Хуёвым, у него, блядь, сон, он стоит почти 2 миллиона, но у него только, блядь, правая часть живое. Угу. И то, блядь, не, одна не, голова живая. Только ноги рука. Живые. Нет, у него только рука и нога. Ему нужно корпус чинить, две ноги и левую руку. Полетели на него. Блядь, хуёво. Не, мы сейчас меньше, чем 2 миллиона, 200 миллиона потратим. Не, мы потратим 2 миллиона на почину. Так мы же сейчас улетим в промзону, там меньше. Да, ну сейчас увидим, ну сколько он, миллион сейчас графон потратит, и мы потратим каждый по 200. Бля, ну моего, я потрачу. Моего вообще в труху, конечно, разъебали просто. Ну это просто тяжелая цепочка миссий, Мишаня. Мы вот конкретно эту миссию перезапускали раз 5, по-моему, когда играли. Втроем. А что, мы уже все летим в другое место, да? Мы уже прилетели, мы да, надо чиниться. Да. Так, ну... Моя починка стоит 400 тысяч. А моя починка стоила 120, я уже поставил. Починка. Графона стоит млям. Ну, млям, да. Бля, ну, мы заработали. Сука, заработали, конечно, пиздец. Нихуя. Мы ничего не заработали. Цепочки не стоит делать, пока мы не наберем хотя бы пару тройку. Нет, стоит, просто надо было поставить 100% в этот, в добычу, это все. Не в добычу, а в этот, в страховку. Ну, в ремонт. А толку от страховки, если мы типа в ноль выйдем, если мы нет, страховка. Так в том-то и дело, что страховка выплачивает нам это. Но она выплачивает за повреждения, а если мы все. И она выплачивает два раза, типа. Считай. То есть мы получили урон там на сколько в первой миссии на 400 тысяч заплатила. Во второй миссии там, ну, за то, сколько мы взяли. Хз, мне кажется, надо чуть-чуть попозже. Мы долго чиниться, вроде бы долго, блядь. 35 дней. А у нас следующий срок оплаты это чего срок оплаты? Это за все обслуживание, всё, обслуживание зарплаты. Ремонт, а, блять, я думаю, это нам зарплату, блять, платят через это время. Нет, это мы и платим. Вот суки. Погодите, у графона уничтожен лазер, блять, надо менять.
И у да, меня вот пулемет. Давайте Мишу научим менять лазеры. Давай, хотите, поехали, Шаня, оснащение. В оснащение убираешь нахуй лазеры, перетягиваешь просто хуя. Которые красные горят. Погоди, который красный. Удаляешь там крестик. А, все, да. Вижу, прав, да. Тык-тык есть. И теперь ищешь слева в снаряжении средний лазер и ебашишь его обратно. Могу поставить пушки. Тык-тык и все. Только весь пулемет. Он пулемет один только был там и все. Один? Нет, да. Их два, Мишаня. Есть этот топор. А, все, все видел, там количество, да-да-да. А вот, например, правая рука это автопушка. Есть что-то пожестче, например? А там есть автопушка автоматическая. А пулемет какой-нибудь есть? Так тррррр. Пулемет, может... блядь, 120 метров, нахуй, не бери. Пулемет хуйня, хуйня, а здесь да? крупнокалиберная хуйня арта, ебанная, блядь. Да. Смотри, Мишаня, если ты хочешь пулемет, убираешь АП-10 и ставишь АП-10 СО. Это то же самое, но он стрелять очередями будет. Во, нормально. Понял, блядь. Погоди, а что? Четко. Вот, и начать работу нажимаешь. А то а мне вот это вот типа, блядь, бум, бум, блядь, еле-еле вообще не нравится. Четко. Ну это типа обег у тебя, видишь, у него кинетики, слоты под кинетику. Вы проходите кампанию или онлайн-баталии? Это кампания, это с ботами, а здесь вроде бы против друг друга и нету режима. Банный дроп, ебанный твич. Что ли ты дропаешь? Перестань. Что, у тебя опять дропать начало? Значит, сегодня вот прям я сервер один поменял. Нормально, вот сколько? 50 минут там постримил, заебись. Все, бля, после 50 минут начал дропать опять. Угу. Сервер вообще, какой-то я еле-еле нашел. Классика для твича, блядь. Так, ну, все, вроде бы. Я, готов. Я тут работаю тоже все. Да. Я пулеметы себе заказал тоже. Угу. Так, ну там вроде бы быстро, поэтому летим сразу в следующую Локи. Но у меня рода твой. Там есть миссия с высокой наградой, блядь. Не особо дропает. Типа, нормально. Погнали обратно туда же, там миссия с высоким наградой какая-то есть. Да, одна. Поехали. А какой-то логичный конец у этого кооп режима есть или нет? Да здесь есть сюжет, Мишань. В смысле, тут есть сюжетка? Угу. Да. Сейчас главный квест наш это повысить наш немножко уровень там, вот это, повыполнять квесты, чтобы мы типа поняли, про нас узнали. Угу, угу. Сейчас главный сюжет квест у нас идет. Ну он такой, знаешь, как условно в Battle Brothers. Так, вот есть квест. Чисто. На репу, атакуйте базу наемников, чтобы выкрасть припасы. Взял ее. Покрасить. Так. Берем, короче, покрытие урона. То ли добычу не берем и берем все в деньги. Ой, понимаю. Бля, нет смысла тогда в деньгах, да? Бля. Парни, я, наверное, не беру деньги. Что-то в деньгах нет смысла особо. А там есть техника какая-то? Да. Доля добычи на 12, да потому что, типа. Если я возьму все в деньги, у нас не, доля хоть добычи не будет баратрауму сегодня. Ну или, блядь, ладно, похуй, возьму деньги. Алькор нет, типа ушел, и Сандея нету. Там может меха взять какой-то. Но за 12 будет хуёвый меха, скорее всего. Ну, вряд ли всего, да. Но не хуже, чем Локус, так что можно и взять, на самом деле. Давайте проверим, я возьму давай, и проверим. Давай, поехали. На 12. Денег, конечно, мало тут будет платить, но что поделать. Ребята, если так же будет у меня дропать, я опять же перезапущу, попробую сервак найти хороший. Надо будет мне с Алькором поговорить насчет, блядь, трова нахуй. Я, походу, Мишаня буду переходить в пизду. Это да? Все, блядь. Ну окей. Окей, чё? Я должен был сказать, ну как так, Радос, не надо. Да, я не знаю, ну типа, если... Тебе не нравится на Твиче, я знаю, что тебе нравится там хуйня с рекламой. Тебе не нравятся дропающие серваки. Ну, касаемо честного, дропающих серваков, тут, блядь, непонятно до конца. Ты до конца не поймешь, твой ли это интернет или это... Я проверил. Ну, смотри, мне начало дропать, я поменял 5 серверов, все дропали. Нашел 6-й, нашел. Просто вот не дропал. 50 mm-hmm. минут вот не дропал, ни один кадр. И вот минуты 3 назад начинает дропать. Развернись. Ну, хуй знает, видишь же, в чем тема. Я уверен, что это в этом. А, типа, есть какие-то вот... Понимаешь, Радос, была бы такая тема, если бы мы одновременно сидели, и у нас одновременно у всех начало бы хуярить, тогда да. Ну, у тебя же другой сервер, у тебя ну, понятно, другой сервер, что ну, стоит. Понятно, но я к тому, что, типа, насколько чистота у тебя выше дропов, и насколько у меня меньше дропов, ну, типа... Радос,
Трон платит за просто вьювы. Понимаешь, если тебя будет смотреть человек 200-300, бля, чувак, я встречаюсь, получаю 100 баксов, блядь. 100 баксов встречаю. Ну так переходи на Трон, тебе будет нормально. Ну смысл этого отвечаю, я не вижу. Я живу тупо на донатах. Трон сейчас лучше гораздо, чем Твич. Так, а у нас есть тут рейс? Не знаю, я типа, я сначала думал о перспективах Трова, но вы типа не видите такой темы, что, блядь, перспективы Трова нахуй рушатся тогда, когда все приходят такие с перспективами на Трова, блядь. И стримеров просто будет жопой жуй, блядь. Конечно, там сейчас не дропает. Конечно, там сейчас битрейт заебись, там стримит, блядь, сколько нахуй стримеров, типа. И сколько на Твиче стримит, блядь. И мне типа Трово 500, блядь, сколько нахуй сейчас там стримеров, и сколько будет потом, блядь, Трово 500 этот нахуй захлебнется. Ну окей, а ты что-то потеряешь, потому что ты перестанешь надо. Конечно, блядь, а ты думаешь, ты ничего не потеряешь, если перейдешь на Трово? Не, потеряю, конечно. Ну я вероятнее всего, буду просто ретранслировать, и все. Те, кто захочет смотреть меня, будут смотреть, а те, кто хотят поддержать, поедут туда, и все. Я причина. Мех, надо, главная задача убить этого меха, парни. Андерса Вильмана. Да будьте так, готовы его ебашить, скажите, я присоединюсь. Блять. Ух, нихуя. Хуя, новая тема нормальная. Ой, пойдем меня пить. Это хэтчбэк, спасайся, кто может. Давайте вместе, мы там что-то сняли. Да, надо фу, надо. Готовы на него напасть? Да, начинаем, блять, поехали. Половину зрелов, да, блять, да? Мужики, больше половины, мне кажется. Я же говорю, Мишаня, ретрансляцию делаешь? Не, ну это понятно, но это же, видишь, это опять же ресурсы. Есть такая площадка, как рестрим, блять, надеюсь, она работает. Ну, она не работает, Алькор не просто так делает стрим полноценно из того, из того. Есть. Алькор говорил про нее, она не работает. Ну, вот. Алька. Надо искать, значит. Будешь играть в ближайшие в спас деда? Что такое спас деда? Не беги туда, кто это там? О, блять. Не знаю, мне кажется, Трово просуществует там на полгодика, там станет популярностью то же самое, что на Твиче будет. Ну, пока есть возможность, то нет, почему нет? Почему нет? Ой, бля, у меня тут мех какой-то слева, ой, справа от меня идет. Просто беги к нам. Реально, я пока бегу. Человек тебе готов платить еще баксов в месяц. Просто за то, что тебя больше человек нет, смотрит, да. Я бы стримил. Конечно. Единственное, что я потеряю с Твича, я вот так подумал. Ну, по свою партнерку. Но мне эта партнерка нихуя не дает. Я, блядь, кстати, когда мне с рекламы, я так им написал. Они мне там, я отказался от рекламы, мне написали, а почему вы отказываетесь от рекламы? Я говорю, спасибо, блядь, за 180 часов 30 баксов, блядь, спасибо за рекламу. Тупо так и написал, нахуй. Угу. Бля, 18, бля, жалко. Мы могли бы хэтчбэком утонуть. Ай, хорошим бы мехом он был, наверное. Блядь, а что за легкое орудие? Бля, ну, мы проебались, конечно. Типа мы могли забрать с него что-то хорошее? Нет. Ну, типа, не хватает. Не хватает чисто. Да. Жесть, Миша вообще не дамажился. Да, Мишаня. Ой, так работает, я же не в России, это в России. Уже а, починили, что нам, а что за легкое орудие нам дали, блять? О, нам дадут локуст. Один. А нахуя? Ну, блять, по квесту дали, блять, все. Авторитеты вот стали. Легкое. Наша репутация орудие, апнулась. Блядь. Походу новое вооружение появилось в DLC. Что за легкое так, орудие? Мародеры. Возможно, с DLC-кой там новые эти. Да, новая пушка. Теперь посредники предлагают работу в барах. Ебать, тут есть бары? Так, а у нас пока нет квеста никакого, да? Ты пока ничего не брал. Ой, доступен кафетерий, реально, тут бары появились. Можем в бары идти, там квесты брать. Так, пока чинимся. Сколько стоят ваши починки, парни, посмотрите. У меня ноль. У меня 7к. Ну, вроде бы. Да, если недорого, то там 20 чинитесь. Да, типа, похуй. Батлмекс. Да, починка ноль, у меня все чики-пуки. Слушай, я сейчас вот смотрю, вот, например, вот это легкое орудие, которое нам дали. Типа... Что за легкое оружие? Оно весит всего 3 тонны, и при этом ущерб 7.35. Вулкан. Бля, в VR-е нахуй, прикиньте такую штуку. Смотришь на здоровенную P5, которая 8 тонн и урон 5. Не, так-то приятная игра выглядит на самом деле. Погоди, что-то, типа, где что-то ты в этом видишь есть. Это легкое оружие? Средний химический лазер какой-то появился. Star Citizen даже немного почему-то отдает.
Немного. Размер маленький. Это еще и маленький слот. То есть хуйня на маленький слот. Я могу ее себе поставить, на эту хуйню попробовать. Слушай, мне кажется, это какая-то дисбалансная хуйня, если честно. Так, ну нужно... Вот, вот Раду, просто возьми, сравни АП-2. Вот бля, вроде вот этот маленький чел, такой здоровый, сука. Вижу. В чем прикол? Мой вообще гигантус, блять. У нее темп стрельбы маленький, может быть из-за этого. Да, она, наверное, очень медленно стреляет. Я попробую, мне нужно скинуть 2 килограмма, конечно. Минус пулемет. 2 тонны надо скинуть как-то. Ну, так стоит. На него еще, наверное, боеприпасы нужны. Да, я могу меха вот боеприпасы... я не знаю даже. Блядь, а чем он стреляет? Легкое орудие выпускает по одному снаряду за раз и вносит сразу мерный урон, недолго перезаряжается. Да, долго перезаряжается. Наверное, в этом проблема у него. Блядь, какие боеприпасы у него? Нет боеприпасов, да. Боеприпасов нету. Ладно, отменяю, попробуем потом найти. Да, попробуем. Ну, интересный ствол. Реально интересно. Ладно, короче, летим дальше. А именно... это черный рынок. О, есть еще многоцелевая операция. Полетим? Ладно, давайте на черный рынок. Ой, не черный рынок, а там этот есть. Это за бары. Тут есть бары какие-то добавились. Только орудие может быть и мощное, но тот же АП-5 стреляет быстрее. Конечно, можно найти тяжелое орудие, но использовать как точечную гаубицу. Но для этого хотя бы убермеха заиметь. Какой смысл вообще сравнивать тяжелое орудие и легкое орудие, если у них слоты разные? Ебать, доступные задания. Коллекционер оборудования. Кафетерий. А у нас нет кафетерий. Ой, на. Ебать. Тут, короче, добавляется, я так понимаю, типа как гильдия наемников. Это кафетерий, как гильдия наемников в какой-то степени. Мне просто нравятся цвета такие, типа темно-красный, темно-зеленый. 5 прыжковых двигателей и получить деньга. Где ты видишь 5 собрать? 5 опыта там? Мы просто сделаем... соберите 5 прыжковых двигателей, класса. И что ж, 3 меха в команда. Соберите прыжковый двигатель, 6 прыжковых двигателей, 4. Но у нас есть 6 прыжков, нет? У нас, кстати, фармить движки есть? Хуйня, невыгодно. Мне кажется, движки выгоднее продать самим. Да понятно, это очень тяжело, мне кажется, было бы. А, не, стоит, бля. Очень тяжело. Здорово, трудоголик. Чего планы мы сегодня? Делать, пока вот Мехорио играем. Потом мы в мини-гольфик хотели пойти сыграть с Алькором, с Машей, с Радугой. Инсайс, может, подойдет даже. Четыре команды вот этих, блядь. Чем таскать двигатель. Надо будет сюда потом прийти и типа сдать его, что ли? А хуй знает, написано уничтожить 3 меха. Наверное, лететь сдавать. Мне нужна помощь в необычном деле. Ну, бля, хуй. Можем взять, давайте возьмем охотники за мехами. Давай. Мы можем до 6 заданий, походу, сдать тут. Я взял. Ну, типа, можно выбирать, я так понимаю. Вот. Давай, за него и заплатят. Да, и, походу, это как доп-квесты. Это доп-квесты, по сути. График новости, черный рынок. Что на черном рынке? Большой лазер, короткая очередь появил. КО, типа раньше не... ХЗ, Микукси, ХЗ. Большой лазер, КО, это что вообще? Что тут такое большой лазер, КО? Есть боеприпасы к легкому оружию. Химический короткая, лазер. Там написано короткая. Да, химический лазер есть какой-то. А что это, Раду? Припасы химического лазера. Ну давай почитаю. Ну, нас просто этого не видно. Маленький химический лазер, оборонительное энергетическое орудие малой дальности, которое образует слабый кратный луч при помощи уходящих отдельных химикатов. Удар 2,5. Сколько у маленького лазера есть, Тюр? Это странно. Что, Джокер? Химический лазер, это типа противоракетная защита какая-то, может. Малый лазер 2. Ну, у нее чуть бы больше этот. А лазер КО это что? Короткая очередь. Да если пора оружие выбирать. Ну мы просто смотрим DLC. Да не, мы смотрим, типа DLS-ное, да. Ты, Саня, красил своего понять меха? Саня. Я вам пресет выбрал. Я возьму боеприпасы легкого орудия. Бери, попробуй. Одна тонна весит. И попробуй его сносить, если получится. Ну чисто хотя бы проверить, что это такое. Блин, нам нельзя жалко настраивать эти, ну типа, узоры и так далее.
радиатор висит. А, вот радиаторы поснимаю. Типа вот таких, блядь, что это? Штайнер. О, блядь, так это же практически как у меня. А там половины боеприпасов легкого орудия нету? Шерман, блядь. Я вот тоже думал, ну там бля, просто, если 34 кстати. Снаряда, это как мало. Выбери узоры, перекрась. Мне хотя бы, чтобы их хватило. Нихуя. Когда броню снимать, наверное. Бля, прикольно. Бля, ну... Ну это дохуя брони снимать, ну это проблема. Дохуя брони бля, снимать. Бля, вот это классно. Ну скинеры я думаю, снять, допустим... Ну можно, да, и тупо брони накидать тогда. У тебя там брони снимать нечего просто. Вот этот надо рыженький брать. Ну попробуем так, я хуй знает. Ну чисто потестить, посмотреть, что это такое. Так, а миссии здесь нету, да? Вау, Джокер. Пробуем, попробуем. Красивый мех. Бля, игра, фон покрасился, ё-моё. Так, ну поехали, попробуем вот сюда. Вот этот мне нравится. Многоцелевую не будем делать? Многоцелевую, да делать. Мы не вывезем, наверное. Ну мы опять да, вывезем. Я поставлю. Нет, я же поставлю на эту хуйню. Ну мы же в ноль выйдем, раз. Ну ладно. И выйдем мы в ноль. Мы не выйдем в ноль, если графон не умрет. Мы выйдем в ноль, если графон умрет. Я постараюсь не умереть, пацаны. Если графон не умрет, мы не выйдем в ноль. Я не умру, парни. Сложность еще меньше, кстати. И сложность 10. Так, а что у нас по миссии? Я Тайгер, ты посмотри, какие деньги сейчас тут польются. Я беру покрытие на 600 тысяч одно. Мехом. И мы можем... Ой-ой. А мы будем с кем-то конкретным репу качать, Раду? Или просто... Полтора миллиона. Полтора миллиона. Да, мы получаем репу у независимых. Берем дом Курита. Понял. Ребята, я говорю, давайте качаться за зеленых. До зеленых надо долететь еще, Джокер. Не так просто. Каждый полет стоит 50 тысяч. Тебе так они нужны? Туда, туда так просто... Да а вот смотрите, а есть вот это... Вот есть вот это... Парни, а есть вот это вот желтенькая зона, да. А внутри такая оранжевая, типа выделенная. Что это значит? Это где ты смотришь? Ну, вот так, на Стармакре. Это есть боевая зона. Это зона конфликта, чисто понял. Да, да, это зона конфликта, и там все миссии. Так, парни, я миссию взял. Давай. Поехали. Чтобы работать у зелененьких, что надо делать? Тоже боевая зона такая появилась. Хотим, чтобы вы отправили что-то, разрушили ее. А, деньги, короче, нахуй. Систему оповещения разъебать надо. Звучит? Поздно. Звучит легко. Надо по миссиям с высокой наградой прыгать, мне кажется. Все? Готовы все? Мы поставили ради. Сейчас все ради. Давайте, стараемся не умирать. Ну, особенно графон. Типа, его мех больше всего дороже всех стоит. Вот, блять, я поэтому и не хотел, сука, больше всего ответственности на меня, блять. Да ладно, Миша, 0 урона было. Ну, все, че? Да, блядь, потому что я за горой стоял, блядь, как чел с биноклем, который за яйца держится, блядь, и хуярил по нему. Ну тут не надо просто стоять, тут надо двигаться, типа, маневрировать. Тут же у вас, у тебя урон же каждый индивидуальный, ну, каждый блок брони индивидуальный. Типа, танкуешь одной стороной, переворачиваешься на другую сторону. Я вот слева снизу же показывается твой мех. Ну, я вижу. Бум. Тебе нанеслось что-то от этого или нет? Нет. Аж заебись. Было бы неприятно, если бы нанеслось. Саня, блядь, ломает все. Я тоже, блядь, поломаю. Радиаторов реально, мне кажется, слишком дохуя положили. Мне не нужен... Мне вообще машина не греется даже. Блядь, тигр, кайфовый. Не-не, вообще, у меня типа на два лазера, мне вообще на этом мехе не нужны столько. Куда мы поехали? Вправо куда-то пошли? Это планета такая, у меня тоже нагрева сейчас вообще нет. Но где-то в космосе, блядь, судя по этому. Понял, я говорю, до этого, я до этого играл. У меня вообще нету нагрева. Я стрелял, блядь, пулеметом, ракетом, у меня нагрева, блядь, больше 15% не нагревалось. Все, хорошо. У меня радиаторы вообще лишние. Так, тут танчики какие-то начали выезжать. Мы идем на квест именно.
Давайте попробую стрельнуть. Ранцев, наверное, за нами идти не стоит. Бля, у меня нету, да-да-да, ранца у меня нету. У вас есть ранец? Спускайтесь по обоих у вас дороге. Есть ранец? Типа, нам по нормальному пути идти, да, все-таки? Да не по нормальному, просто тут карта такая, на Б, открой карту, посмотри, видишь, как надо попасть. На Б, Миша. Бля, вижу. Если ранца нету, то... Да, поэтому я иду по нормальному пути. Так, 4 цели. Что же такое в канале связи? Это... О, сзади у меня кто-то, блядь. У меня покосанный уже, блядь. Правая, да? Да, правая почему-то покосана. Правая пушка как раз у меня. А сейчас, парни, у меня тут небольшая стычка с танком. Сейчас проверю, как будет работать. Дропает, да? Ну сейчас перезапущу, чат, после этой миссии перезапущу. Можно ломать эти штуки, да? Угу. А насколько они сюда летят? Ебать. Перезарядка, да, долгая у нее. Причем он, блядь, один раз выставил и мне, блядь, броню в желтую выбил. Бля, ну интересная игра, игрушки, ну да, прикольная, Лидзин такая вроде бы, что-то знаешь в этом рядом, есть, наверное, просто привыкнуть мало. К управлению, бля, меня пиздец как бесит, что, типа, остановиться на X, блядь, вообще меня калит нахуй, но и задний ход на S, типа, блин, знаешь, вот было бы стандартное управление в ASD, типа, привод бы просто так работал, не знаю, к чему это усложнение, типа, как по мне, оно того не стоит. Желуд. Какой ты медленный, ну такой мех, блядь, тяжелый. Ой, блядь. А, все что? Дропшип приходит. А, все уже. Не, все уже. Как ты легко. Ладно. Легкие деньги. Даже, блядь, даже не Миша даже не добежал, наверное, да? О, вертолеты нахуй. Да, Миша даже не доехал. Я вертолеты ебашу тут, блядь. Нормально. Да, блядь, пока вы там, так, вы там пока делали, я единственных противников, видимо, на карте убивал, блядь. Да, ну принял урон на себя, нормально. Сейчас я эту миссию пройдем до конца и перезапущу, если за это тоже провернется. То... А тут тоже, вот тут тоже этапные, большие, да? Большие химические. Большие, а? Химические, блядь. Тут тоже этапные миссии или нет? Да, мы взяли такой многоцелевой. Mm-hmm. Достижение стоит до конца. Тут надо подкрепитесь к базе, займите выгодную позицию, наведите шороху, бля. Много артиллерии, так что берегите себя в стрелах. Если сможете снести радарные антенны, к вам подойдут дружественные силы. Вот так вот. А, я сам себе броню об скалу поломал? А, блядь, я думаю, нихуя там танк, блядь, въебал мне. Все, готов. Шокера ждем. Ты, Миша, не заезжайте, игра? Да не, прикольно. Ну, что-то есть, что-то есть в этом. Дальше интереснее, там мехи потом будет намного больше, намного возможностей, там ракетами ебашить, там еще что-то. Меня пока просто управление раздражает, честно, больше всего, типа. Вот. Но это на S, надо, на V. Я когда-то тысячу лет назад, как-то вот ты Хоукин, как-то так называлась игра. Нет, я да. В бетку альфу там какую-то версию играл, и там просто, ну, типа, VSD управление меха. А тут именно более такая танковая система. Ну смотри, Миша, можешь центрировать торс по взгляду на F. Uh-huh. Ноги поворачивать на взгляд. Арта, парни, поясни. Блин, мне что нравится в этих DLC, походу новые миссии добавили. Ой, блять. Ну что ж, я понимал, да. Раду, мы вот сколько поиграли, мы, наверное, все миссии уже видели. Мех у меня, ебать. Ебать там арта ебёт. Блядь, скилл. Да, арта ебёт там в круге, аккуратно. Да, блядь. Мало ебать того, что, мало того, что арта, блядь, там танки нахуй выехали, блядь. Мех, тут аккуратно мех. Кошмарят меня, блядь. Полно.
Да, блять, как я не попадаю. Так, дело сделано. Дело сделано. Ай. Да, блять, ты серьезно? Что теперь сделал? Точиться к этому мне. Так, а что там за мертвый? Да, блять, маги почти выбил. Ой, блять, артиллерия! Арту, аккуратно, да. Так, следующая точка 600 метров, правильно? Тоже... Пока это не дестроим, блядь, на английском почему-то. Mm-hmm. Артиллерию найти. Бля, вот не хватает ему какого-то форсажа, блядь, этому боботу. Что за хуйня, блядь? Блядь. А тебе не то, он толстый на самом деле. А, целевой мел у меня. 20. А, это просто цели, которые. Братни там. Блять! А что это? А, это урбомех, ёпа. Прям во рту. Да ебать, я хотел остановиться нахуй по итогу. А если что, мешай на X. Да, на X, но он у него, понимаешь, у него есть вот это вот время, типа, знаешь, остановки. Ну да, ну, блядь. Работа инерция, как бы. Ну да, 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 я про это и говорю. Она меня может подставляет следует. Пока. Так, это нормально. Там стреляет. Захват приостановленный игрок на радиусе действия. А, я захватываю точку Ну это все равно маленькое не то управление, доктор Врач. Которое хотелось бы для фул удобства. Так, надо чисто в артам. А, вы дара все должны быть в этом круге. Не-не-не, да, я иду. Бля, интересно, я по этой скале смогу зайти или нет? Что с этим вертолетом нашим, который вот летит? Как он странно летит. А, это лагерь. Четко. Я бы Лари поиграл. Патруйте, да. Все четко. Верно. Ну, ебать, тут море есть. Это море? Бать, да. А, нет, это... Реально, ДЛС-ка, типа... Дают столько миссий. Бля, ДЛС-ка нахуй. Ну это не в стандартной игре. Ну потому что сначала вышла игра, потом DLC какая-то. О, ну выходили там, блядь. Бать там, ебать да. Там. Сейчас поедут. Летают. А это самолет. А, это вертолеты, ёб твою мать. А я думаю, да. Это какие-то наземные, блядь, цели. Душные вертолеты еще. Вон там еще какая-то цель правее. Лазерные танки, да. Нашего чела бота бушит. Бля, пушка прикольная. Так, там Дженнер. Да, это понятно, Валя, это понятно. Ну вот эта штука у меня точно с баллистикой стреляет. Значит, выше брать. Пушка прикольная, реально прикольная. Да? Угу. И башит обратно так. ХЗ, врач, можно сменить, я бы сменил.
Ну, типа, да, как раз таки я бы хотел тяжелый лазер, но более легкий вот этот, типа, ну. Вот это норм тема. Вот эта пушка заебись. Она лучше, чем то, которое один раз еле-еле. А, ну вот Good Company пишет про эту пушку. Не, Good Company, мне она не особо понравилась. Ну, в любом случае, это лучше пулеметов, блядь. Очень, наверное, тяжелый снаряд еще. Упреждение большое надо брать. Наверное. Ну вот это мега легкая миссия была вообще прям. Ну, двухцелевая, видите, на халяву. Да это прям. О, вот это прям вообще халява планы была. Да, можем урбанеха взять. Бля, бери урбанеха. Покатается. Ты так и не посмотрел его, ебать. Средняя пушка АП-10, да. И маленький лазер. Новые двигатели, маленькие лазеры, РМДшки.